Доброго вечора, шановні глядачі телеканалу Миколаїв. Ви дивитесь програму «Гаряча лінія». З вами журналіст Олександр Молодцов. Сьогодні ми будемо говорити про регіональну політику на Миколаївщині і ті шляхи, якими влада може допомогти вирішувати проблеми місцевих громад. Разом зі мною в студії заступник директора департаменту економічного розвитку, торгівлі та туризму Миколаївської облдержадміністрації Лілія Машкова. Отож, доброго вечора. Хотів би поговорити з вами про особливості регіональної політики, які зміни в цьому році вона отримала, і, зрештою, можливо, які зміни в законодавстві, з огляду на те, що ми рухаємося в Європу, і, в принципі, десь там ми повинні унормувати свої оці моменти перед тим, як показати це спільноті. Прошу, що нового у нас в регіональній політиці? Я би хотіла сказати, що починаю з 2013 року в рамках реализации подписанного соглашения о сотрудничестве между Украиной и Европейским Союзом проходит ряд адаптируется наше законодательство к законодательству Европейского Союза. В том числе это касается и регионального развития. Так был принят закон об основах государственной региональной политики, принята стратегия регионального развития Украины до 2020 года, в 2014 году. На основании этой стратегии, то есть это дает толчок к тому, что в Украине впервые выстраивается система стратегических документов всех уровней. В соответствии со стратегией государственной, в 2015 году весной принята стратегия развития Николаевской области, которые определены основные цели и направления развития, дальнейшего развития области. И уже летом, в июле месяце, решением областного совета утвержден план реализации стратегии. То же самое, в котором предусмотрено более, приняли участие очень много проектов, на фокус-группах были отобраны, которые прошли утверждение, более 260 проектов. И на сегодняшний день рассматривается вопрос, еще есть очень много источников, которые позволяют реализовывать эти проекты, проекты, предусмотренные стратегическими направлениями и государственной стратегии, и стратегии регионального развития Николаевской области. Что это за проекты и звідки они будут финансироваться? Источники финансирования могут быть разные, то есть это могут быть проекты, как и представленные заявителями, такими как органы местного самоуправления и органами исполнительной власти, отдельными государственными учреждениями, учреждениями коммунальной собственности, то есть все в зависимости от законодательства. Тобто, я так розумію, мова йде про проекти, які актуальні саме для громад, сільських, районних, і вони можуть, маючи перед очима ті проблеми, які, можливо, не видно там в області або на вищому рівні, вони можуть зробити проект, подати його до облдержадміністрації і запропонувати, ну, стати учасником цього проекту, так? Да, получается, то есть в плані, ну, как бы одним из источников реализации этих проектов предусматривается государственным бюджетом так называемый государственный фонд регионального развития, так, который позволяет как раз участие тем же сельским громадам, селищным громадам, городам участвовать, принимать участие в конкурсном отборе этих проектов. Они сами для себя на своем уровне решают, что более необходимо у них на территории, что более необходимо для населения, привлекают, делают громадские слухания, объясняют это, советуются с жителями своей территории и уже в дальнейшем подготавливают инвестиционные проекты, которые могут участвовать в конкурсном отборе и дальше, если они являются, ну, скажем так, наберут достаточное количество баллов, получат финансирование, реализуются эти проекты и громада уже получает. Сколько планируется отримати, залучити в экономику Миколаївської області таких коштів з державного фонду? Ну вот в 2015 году у нас было, 63 миллиона гривен, это только государственного, за счет государственного фонда регионального развития. В этом году, после принятия государственного бюджета Министерством регионального развития Николаевской области доведено 65 миллионов гривен. Это, конечно, не совсем значительная сумма, но то, что есть. То есть такой проект відбувається в усіх областях України, так? Чи да, тільки? Совершенно верно. Это идет в государственном бюджете, предусматривается фонд развить, государственный фонд регионального развития, он предусматривается в сумме 1% от доходной части государственного бюджета. И потом эта сумма в соответствии с законодательством, то есть бюджетным кодексом, делится по всем областям. Сумма предусмотрена
80% этой суммы делится пропорционально численности населения на все области, и 20%, ну, так называемые депрессивные области. Наша область не депрессивная, поэтому мы получаем только с расчета 80%. А якщо ці гроші не будуть освоєні, от 65 мільйонів гривень, йде мова про те, що Миколаївщина може отримати ці кошти для впровадження активних і актуальних проектов. Если громады не надумают, что они хотят ремонтировать? Нет, я хочу сказать то, что, вот, допустим, мы проводили конкурс уже на финансирование 2016 года, то у нас было к рассмотрению предоставлено более 60 проектов на свыше 200 миллионов гривен финансирования. То есть дефициту идей немає? Дефицита нет, есть наоборот конкурсный отбор, который вот, конкурсная комиссия отбирает проекти, які, ну, вважають більш такими реальними, в зависимості. Наведіть приклади, наприклад, в минулому, позаминулому році, що це за проекти, про що йде мова? Якщо говорити, допустим, за 2015 году, то це проекти подавали громади в основному, ну, будемо говорити так, то, що стосується чисто забезпечення життя населення. Це було будівництво і реконструкція водопровідних сетей, наружное освещение улиц населенных пунктов. Это были проекты реконструкции детских садов, школ. Строительство также было некоторых сетей, коммунальные сети тоже были. То есть, ну, каждая громада смотрит то, что более необходимо для них. Я так розумію, що це новий проект. Раніше цей механізм мав деякі особливості, він не так відбувався, так? З якою метою такі нововведення, тобто громади повинні написати проект, самі вирішити, що для них більш актуально, вже потім отримати під це гроші. Як було раніше і в чому переваги от сьогоднішнього такого підходу? Раньше было основным источником, это было, да, были государственные средства, которые определялись и доводились, то есть доводились, на которую сумму можно было рассчитывать. Сейчас предусматривается конкурсный отбор проектов, то есть прежде всего громада должна быть заинтересована, если они хотят развиваться дальше, они должны быть заинтересованы, чтобы вложить какие-то средства, может быть, в разработку этого проекта, определить для себя приоритеты, что нужно для громады в первую очередь, и принимать участие в конкурсном отборе. То есть, если не принимая участие в отборе, в конкурсном, не подавая документы, они не смогут дальше. Есть несколько районов, которые у нас в прошлом году не участвовали в конкурсном отборе, не будем называть их, наверное, чтобы не смущать их. И точно так же они не участвовали и в 16-м году. То есть под лежачий камень вода не потече? Нет, не потече. Вы проговорили дуже цікавий момент співфінансування. Тобто місцеві громади теж повинні свою копійку покласти да, і зробити проєкт, да, я так розумію. Так, це істочник фінансування предусматриває, це прописано в бюджетному кодексі, то, що має бути ще софінансування за счет средств местных бюджетов, и предусматривается не менее 10% должно быть предусмотрено средств местных бюджетов на софинансирование проекта. То есть стоимость проекта мы делим на 90%, это максимальная сумма, которая может быть за счет средств государственного фонда регионального развития, и минимальная сумма 10% за счет средств местных бюджетов. Зрозуміло. Що повинен знати керівник місцевого органу влади, щоб стати учасником цього проєкту? Що для цього треба? Зібратися з людьми, поговорити, чи це на сесію виноситься от цей механізм? Для початку вони, звісно, да, повинні обговорити у себе на своїй території те, що їм потрібно. Определить эти пріоритети і потім далі двигатися в цьому направлении. Тобто, якщо вони хочуть, допустим, ну, будем говорить так, построить школу новую. Ну, школу, может, не нужно, может, там, допустим, детский сад, учитывая, что сейчас не хватает мест. Или, допустим, в школе открыть какой-то. То есть нужно сделать реконструкцию какого-то помещения. Значит, они должны разработать проектно-сметную документацию. И потом уже, значит, следят за объявлениями и участвуют в конкурсном отборе. Для этого они готовят по форме, утвержденной, ну, законодательно предусмотренной форме, готовят пакет документов и подают этот пакет документов на участие в конкурсном отборе. Но они должны еще, кроме этого, еще понимать то, что то они вкладывают, помимо того, что они вкладывают, допустим, свои средства местного бюджета, если вдруг по каким-то причинам, вот вы говорили, что будут с деньгами, которые могут... Не освоены, да. Ну, разные могут быть причины, там, погодные условия или еще там чего-нибудь, какие-то там причины, то эти деньги обратно возвращаются в государственный бюджет.
На сегодняшний день нет еще такого механизма, который бы позволил... Из рук в руки переводить залишки. Да, пока такого нет. То есть они поднимаются, возвращаются в государственный бюджет. И зная это, громады, которые хотят участвовать в реализации проектов, они берут на себя ответственность. То, что если какие-то работы будут не закончены, они уже больше не получат ничего с государственного бюджета. Значит, они должны уже нести ответственность, то, что они за счет своих средств должны будут доделывать, уже заканчивать. И опять же таки дальше идет вопрос, следующий вопрос, то, что после реализации проекта они обеспечивают работу этого проекта дальше. Mm-hmm. То есть он должен быть содержание за счет своего местного бюджета, они должны понимать, что должны они вкладывать деньги. Если это социальная сфера, то социальная сфера – это не доходные проекты. Это проекты социальные, которые носят характер, и обслуживаться должны уже за счет этих местных бюджетов. А на шляхи ці гроші можуть бути направлені, чи якісь особливості саме цього шляхового будівництва, шляхової реконструкції все-таки є? Чесно скажу, просто в селах дуже велика проблема з саме шляхами, і тому наш уважний глядач може так поставити питання. Да, якщо сільська громада, допустим, посчитає нужним, що їм потрібно зробити дорогу, они могут участвовать, соответственно, они могут сделать такой проект, но этот проект должен касаться только местных дорог, дорог коммунальной собственности местной. То есть государственные дороги, они у нас должны финансироваться за счет средств государственного бюджета. Обмовка по Фрейду, зрозуміло. Скажіть, будь ласка, актуальні питання для селян – це дійсно от те, що ви говорили, комунальна сфера, але я знаю, що на Миколаївщині діє проект про ООН, тобто залучення на тих же самих умовах співфінансування. От чим відрізняються ці проекти державного і, грубо кажучи, європейських коштів? От які є особливості? І там співфінансування, тому, в принципі, нам можуть поставити. Особливості в стоїмості проекту. Тобто проуновські проекти, они небольшую сумму, они будут, сразу не скажу вам, допустим, в каких пределах, но это очень довольно-таки маленькие суммы, которые могут где-то крышу сделать за какой-то проект, они могут сделать там поменять окна, сделать еще там чего-то, то есть это проекты незначительные. А то, что касается фонда регионального развития, здесь нет ограничений в стоимости. Единственное то, что они должны предусматривать, прежде всего, то, что эти 10% они должны обеспечить еще. То есть как бы свои возможности они должны просчитывать в первую очередь еще. Ага, зрозуміло. А яка, якщо у вас, можливо, в пам'яті є цифра, якого розміру середній проєкт саме у вашому випадку? Скільки там, в середньому, там, реконструкція, там, мільйон, два, три, про які суми для конкретного об'єкту йде зараз мова? Якщо в середньому це було где-то, будемо говорити, від 2 мільйонів гривень, в пределах 2-4 мільйонів гривень, це середня стоїмость проєкту. Ага, то в принципі сума для сільських громад досить така значна. Якщо некоторые громади не могли, допустим, своїми средствами, то районні бюджети приймали теж участь і допомагали. Кроме этого, ще некоторые сільські громади, вони проявляли активність в тому плані, що вони працювали ще з тими підприємствами і організаціями, які знаходяться на їх території. І, відповідно, теж доля якась була і от цих організацій. Розкажіть про цей проєкт, що було зроблено в минулому році, в 2016-му, чи відбувався він, що проходило, які такі найбільш значні події були, які проєкти були втілені, якщо він мав місце в минулому році? В 2015-му році у нас було предусмотрено по утверджений перечень об'єктів розпорядженням Кабінету міністрів, тобто як проходить конкурсний відбір. Ми збираємо проєкти, вірніше, нам дають проєктне предложення, інвестиційні проєкти, по определенным формам, с определенными документами. Дальше проходит предварительный конкурсный отбор комиссии, которая создана распоряжением главы облхозадминистрации. В состав комиссии выходят структурные подразделения, депутаты областного совета, эксперты, общественные организации. То есть сам отбор, конкурсный отбор проходит открыто в прямом эфире, буквально онлайн, каждый заявитель, если кто хочет, может по интернету видеть, как проходит этот конкурсный отбор этих проектов. Дальше мы их направляем в Министерство регионального развития, которое проверяет на правильность подачи документов с законодательной точки зрения.
И выносится на рассмотрение министерством уже на заседание межрегиональной комиссии. Але рішення приймають в Миколаєві, так? Нет, решение принимается межрегиональной комиссией, и потом дальше вот рекомендует межрегиональная комиссия, которая создана из состава ведущих министерств и представителей там, других организаций, центральных органов исполнительной власти. Вот они тогда принимают решение и рекомендуют кабинету министров выделить средства уже конкретно под конкретный объект в нужных суммах. Так, распоряжением кабинета министров в прошлом году у нас финансировалось 39 инвестиционных проектов. Проекты были разной стоимости, то есть от, ну, будем говорить так, 200-300 тысяч, это наружное освещение было в Жавнивом районе, наружное освещение населенных пунктов, до некоторые проекты у нас были 6, 7, 8 миллионов гривен. То есть в зависимости от Річ, того, как. Мова йде про те, що фінансуються тільки проекти, які для об'єктів державної і комунальної власності, так? Приватний бізнес, от ви згадали інвестиції, до цього відношення немає, так? Ні. По законодательству, в основному, це проекти комунальної собственності. Зрозуміло. Тобто, имеется в виду, що цей источник фінансування предназначений как бы, для розвитку територіальних громад. То есть поэтому для развития коммунальной собственности. Зрозуміло. Про ці 65 мільйонів гривень, які йшла мова, це вони заплановані в бюджеті на цей рік, чи це вже йде авансом на наступний? Нет. Это уже прийнято государственный бюджет. Первоначально сума фонда регионального развития была другая, нам предусматривалась 114 мільйонів, потом это по прогнозным показателям фактически после уже принятие государственного бюджета сумма составляет 3 миллиарда гривен государственных, в государственном бюджете записано. И мы, получается, наша область получает 65, должна получить 65 миллионов гривен. Але ці гроші в бюджеті заплановані? Заплановані. Скажіть, будь ласка, от ви сказали, що в минулому році було реалізовано 60 проєктів, принаймні подано 60 заявок на проєкт. Угу. На яку суму ви цих проєктів розраховуєте цього року? Тобто, ну, я розумію, що робота ведеться, можливо, там в минулому році відремонтували все, і вже на цей рік там залишається дрібні. Ні, дуже багато пропозицій. Діло в тому, що у нас, якщо говорити по 2015 году, у нас було 39 проєктів, а 60, більше 60 проєктів, це ми в прошлом году зібрали заявок на реалізацію в 2016 году. Тобто, пройшов предварительний конкурсний відбір здесь у нас в області, і далі ми чекаємо решение уже конкурсного отбора и решение межведомственной комиссии по тем проектам. Значит, часть проектов была отсеяна, так как они не соответствовали законодательству. А что может быть не так? Какие типовые помилки в оформлении этих проектов? Ну, это следует знать, наверное, керівникам на местах, чтобы иметь на увазе, чтобы сделать все правильно. Я бы сказала то, что особых таких ошибки может быть чисто невнимательность. Потому что довольно-таки очень детально расписано приказ министерства, да, очень детально расписан и состав проекта, и какие показатели должны быть, все. То есть соблюдение того, что вот чисто, если по букве закона, то все, что нужно, должно быть, в принципе, никаких вопросов не будет. Если будет подготовлено очень внимательно, вопросов нет. Ще таке питання. У нас, в принципі, є райони, які передовики в економічному розвитку, там, де є там траси, великі підприємства, а є віддалені райони, в яких біда з дорогами, біда з підприємствами, з економікою. Тобто, є, грубо кажучи, є слабші гравці, є сильні гравці, але всі хочуть хороших дорог, дитсадків, там, можливо, реконструкції якихось об'єктів соціальної і культурної сфери. Тобто, потреби, в принципі, однакові. Як буде будуватися робота з такими і з такими, тому що ми розуміємо, що 10% один може район собі дозволити, а хтось собі може не дозволити, та що без десятків бути. От як в такому випадку влада реагуватиме у цьому відношенні цих проєктів? Ну, я хочу сказати то, що Государственный фонд регионального развития – это не единственный источник, который может быть. И помимо него есть еще субвенция с государственного бюджета. То есть здесь уже нет конкурса, но и нет таких условий софинансирования. То есть софинансирование может быть, допустим, если речь идет о субвенции на развиток окремых территорий, то это где-то для сельских советов это в пределах 1%. То есть вполне подъемная сумма уже для них.
підйомна сума. Скажіть, будь ласка, де можна дізнатися більше про цей проект, де можна отримати довідки, наприклад, подзвонити комусь або запитати, або яку-небудь форму для звернення там знайти? Керівник на місцях зацікавиться і хоче кудись подзвонити. Ну, я хочу сказати то, що нам по бюджетному кодексу ми должны до мая месяца уже дать свои предложения на 2017 год. И вот сейчас, вот буквально уже в феврале месяце выйдет объявление на сайте облгосадминистрации о проведении конкурсного отбора проектов на 2017 год, в котором будут указаны перечень объектов, будут указаны, перечень документов, которые должны быть поданы на конкурс. И указаны направления, по каким мы будем работать в 2017 году. Какие мы хотим видеть на конкурсной комиссии, будет решено. И вот под объявлением будет размещено на сайте облгосадминистрации, будут указаны перечень документов, как обращаться, номера телефонов, за консультациями. На сайте облдержадминистрации будет вся належная информация. Да, о проведении конкурса. Я так розумію, облдержадміністрація зацікавлена в тому, щоб ці проекти здійснювалися, реалізовувалися, заявки подавалися, і гроші, зрештою, які передбачені в державному бюджеті, вони залишалися тут, на Миколаївщині. І осваювалися в повному об'ємі, нічого не возвращалось в бюджет. Так, тобто, я розумію, це з позиції державницьких, ці гроші, якщо вони виділені, то їх треба взяти і побудувати. Зрозуміло. Такого роду питання. Це проект разовий, чи він, в принципі, робиться на постійній основі? Тобто, він буде і далі тривати? Тобто, якщо нам можливо... Ми сподіваємося на те, що воно буде продовжуватися далі. Та практика начата від конкурсного відбору з 2015 року, тобто 2016 року, теж точно так же средства государственного бюджета предусмотрены. І сподіваємося, що нічого не зміниться, буде тільки сума увеличуватися, і більше буде можливості нашим територіальним громадам і органам виконавчої влади приймати участь в конкурсному відборі і реалізовувати свої проекти. Ну, я так зрозумів, що мова йде про те, що зараз громади на місцях повинні самі ініціювати проекти, подавати найбільш актуальні з їх точки зору питання, і потім вже, якщо вони виграють цей конкурс, вони отримують під нього фінансування. Тобто, не просто отримати гроші, а треба спочатку провести роботу і отримати вже потім під неї фінансування. Я так розумію, це для підвищення, так би мовити, активності громад, так? Совершенно верно. Тобто, якщо громада достатньо активна і її руководитель, її председатель проявляет активность тоже. Мы никогда никому не отказываем в консультации, мы всегда стараемся наоборот еще как-то поддержать их, как-то объяснить, рассказать, что нужно. И те, кто принимают активное участие, они проявляют участие и в проуновских объектах, могут получать и другие, допустим, финансирование за счет других источников, субвенционные источники есть еще, и принимать участие в конкурсе отборов проектов регионального развития. Вы говорили, что мова йде про такие більш крупные об'єкти, там від 2 до 4 мільйонів гривень. А можливо, там сільський голова зараз дивиться і запитає, а мені там не треба 2-4 мільйони, мені там треба там елементарно дитячий майданчик відремонтувати там 50 тисяч гривень, наприклад. Чи може він стати учасником? І чи не буде в нього шанс виграти цей конкурс? Тому що, наприклад, якщо мова йде там про реконструкцію дамби, чи можливо там якогось саду, чи дитсадку, то там більш серйозний об'єкт, а там реконструкція, можливо, менша. Ограничення в стоїмості немає, то є они сами определяют, какой проект им более нужен. Поэтому, если этот проект будет стоить где-то порядка 50, как вы говорите, тысяч гривен, пожалуйста, он будет рассмотрен конкурсной комиссией. Есть еще, допустим, такое как бы приоритетное, вернее, не приоритетное, но как бы поощряется больше, если территориальные громады привлекают еще к реализации проектов еще партнеров. Так называемых. Кто может быть партнерами? Могут быть те организации, предприятия, которые находятся, допустим, какое-то фермерское хозяйство, какая-то общественная организация, еще там, допустим, которые находятся на территории вот этой сельской совета. А им какая выгода с этого проекта будет? Ну, они живут на территории этого сельского совета, их дети ходят в эту же школу, в этот же детский сад, они работают, они ходят по этим улицам, как вы говорите, где нет дорог. Где нет освещения и так далее. А если, например, фермер відмовиться, скажет, ну, нема у меня оборотных коштів? Ну, откажется, откажется, это их дело уже. Ну, если не откажется, то есть тут еще играет такой фактор, как бы привлечение всей громады к реализации этого проекта. То есть, чтобы каждый почувствовал, что что-то делается для него и его руками. Я керівник буде звітувати перед своїм
перед громадою про те, що от ми взяли участь в цьому проєкті, ми отримали стільки-то коштів на це. Як буде контролюватися витрата коштів? Ми то знаємо, як у нас може бути з цим питанням. Тобто є втілений проект, чи передбачена якась звітність? Ну, то, що касається, допустим, на государственному уровне, то да, предусмотрена отчетность. Uh-huh. А если иметь в виду, вот как будет отчитываться именно сельский голова о реализации этого проекта, то тоже есть, у них есть, проводят они свои собрания общественные, заслушують його отчети, точно так же він тобто буде і отчитуватися перед ними, звісно. Зрозуміло. Що ж, дякую вам за таку насичену бесіду, я дізнався багато нового. Шановні глядачі, на цьому час нашої програми «Гаряча лінія» вичерпано. З вами був журналіст Олександр Молодцов. Сьогодні ми говорили про роботу на місцях, про втілення проєктів і про те, як можна освоїти 65 мільйонів гривень для розвитку місцевих громад. Про це мені розповідала заступник директора департаменту економічного розвитку, торгівлі та туризму Миколаївської облдержадміністрації Лілія Пилипівна Машкова. Дякую вам за бесіду. До зустрічі в ефірі. Побачимося за декілька хвилин.